Мешка. Тупень пучеглазый. Маша. Чё делаешь, блядь? Машаня. Иринуша пришла. И маму. Питя ради. Кати, кари, кари, каради. Та-та-та. Деревнуша. Та-т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 а. А Xiaomi, вот, который второй, но она 11 тысяч стоила за недорого. Но там ее экран сенсорный, причем. Причем даже такого экрана у GoPro, который самая крутая экшн-камера, нету, прикинь. То есть на ней сразу экран сенсорный. Вот это круто. Геленуша, ты что делаешь за компом? Пинану. Что-то нажимает там всякую херь. Не-не. Мешка, мешка. Маша, куда пошла? Давай, расскажи. Гири, ты что перетащила все, смотри. Она все перенесла, он сама. Отбери у нее изо рта, которую она сейчас. Ой, да господи, ничего страшного. Зачем? Она лежала в обуви, неизвестно сколько лет мы ели. Если не надо совсем все подряд. Это ты Настю что-то обрабатывала или что? Да? Не надо электроприбор брать в рот. У нее это будет в привычку. А если он будет подключен, ты что? Вот что страшно. С электроприборами лучше пока.